Podcast. Добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Рухаб, и мы продолжаем трансляцию с BTS EU Cup, европейский турнир. Продолжаются у нас игры 1/8 финала, сегодня мы одну игру пропустили, это Alternate против Hellraisers, вернее сказать, ее перенесли, потому что Рождество во всем мире, но мы с вами будем смотреть дотку между Вегой и Yellow Submarine. И комментировать этот матч для вас будут Mailstorm и Smile. Привет, Вова, всем добрый-добрый вечер. В общем, как настроение? Настроение новогоднее, можно сказать, и мы будем наблюдать в первой игре очень интересную вещь. Я вот не помню, мы с тобой комментировали эти просто бесконечные матчи Веги. По-моему, мы с Рустамом это все комментировали. Да, Вегу я давно не видел, давно не заходил. В общем, в этом патче, как мне кажется, есть два вида Веги. Первая Вега не очень такая сильная, которую можно обыграть без особых проблем. Это Вега, которая играет каким-то обычной какой-то стандартной стратегией. Вторая же Вега, это Вега, которая играет через пуш. И, ну, через пуш они, по-моему, вообще еще ничего не проиграли. Вот есть уже инвокер, есть Чен. Я не вижу в бане Ликана, но я практически уверен, что он сейчас появится. И как вообще Yellow Submarine, о чем они думают, как они собираются это все останавливать, непонятно. Но очень сильная и, в принципе, комбинация не только у Веги в руках, но и у многих команд в этом патче. Вот этот Чен плюс инвокер плюс какой-то еще дополнительный пуш. Но пока что Yellow Submarine очень-очень жестко задумались. Ну, ты помнишь, как играли против Чена всегда раньше? Чен же был, не знаю, на протяжении лет двух, наверное, постоянно в пиках. Его потом как-то забыли. И просто масса от спама должна быть. Ты должен, пока Чен тебя сплитпушит, но Чен, он не мобильный. Если он тебя сплитпушит одну сторону, ты можешь, в принципе, забирать Теора на другую, если какой-то мобильный отспамливающий пик забираешь себе. Вот. И когда он тебе пытается рваться на рампу, то нужно чем-то откидываться и уже иметь какие-то артефакты, чтобы драться. Потому что если у тебя не будет ни левелов, ни артефактов, ты просто будешь стоять перед теорами и ничего не делать, и сплитпушить, не фармить, то тебе просто будут заходить и ломать стороны на халяву. Потому что ты с подхилом, с мекой и с его ультой ничего не сможешь делать. Ну и, соответственно, с умонами со всеми, которые будут напираться. Ну вот пока более-менее добрали себе к Разору еще гирокоптера, и получается довольно много. Ну, кстати, довольно любопытная тоже статистика насчет гирокоптера. То, что против Ликана у него винрейт очень слабенький в этом патче. Просто потому что, ну, Ликан слишком мобилен. Но добираю себе еще и Шадоу Шамана. Да, у Веги что-то какой-то вообще супер пуш получается. Прямо... Таких пушей я давно не видел, чтобы, ну, вот так вот все отдавали. Какие-то в бане, какие-то у нас фантом-лансеры непонятные, которыми они вообще в этой стратегии не играют. Такое ощущение, что Yellow Submarine тоже впервые видит это в исполнении Веги. Да, очень много. Не удивлюсь, что инвокеры увидят через, ну, Экзортова, через Сумонов, да. Через Некров, скорее всего. Ну, Медас там Некран как собирается обычно, вот. Все так, наверное, у них будет. Ну да, вообще, они так играют. Странно, что аппарат они взяли сразу против Чена. Вот, вот это вот тоже удивительно. Обычно, ну, собственно, тут вообще ничего удивительного. Ликан, он читался и на третий пик, но решили пораньше взять все-таки Шамана, потому что Ликана вряд ли себе Yellow Submarine заберут, а Шаманчика могли они как-то. Я не знаю, уважающая себя команда, она хотя бы должна пролистать там, ну, 5 минимум матчей команды, против которой у тебя игра должна быть, и посмотреть вообще, какие там герои есть, и как они играли, какая статистика у них с пушем, потому что, я говорю, ну, хотя бы Чена надо было убрать, потому что через Чена у них, ну, реально, все игры последние очень хорошо заходили.
Да. И Operation, кстати говоря, действительно не в бане был в первой стадии, что удивительно. И его тоже не пикнули. Обычно Вега сами банят этот аппарат. В итоге у нас какой-то получается тотальный аутдрафт. Вега забирают себе все, соперник не берет ничего, чтобы с этим справляться. И я не знаю, что Вега себе заберут на последний пик. Ну вот хороший бан на самом деле Бруды, потому что Бруда здесь бы была просто финишем. Но здесь зайдет много хардлайнеров. Может зайти Кентавр, который будет все это ускорять, все будет набегать очень здорово. Какой-то Тайд, Бэтрайдер, все что угодно абсолютно. Вот Бэтрайдер Веге. хорош, хороший очень пик, потому что Тайд, ну так, может игра пойти плохо в начале у Веги, допустим, а Бэтрайдер сами забирают. И Рейзер с Гирокоптером нафармят себе какие-то фаст БКБшки, и тогда, ну, Тайдхантер не очень плохо, а вот Бэтрайдер очень хорош, потому что ты моментально можешь схватить, моментально фокуснуть и потом на рампу заходить, соответственно. Но желтая подлодка у нас сами забирает этого бэтрайдера, хотят, походу, сами вытаскивать к себе на рампу и там Да. убивать, с этого драку начинать. Ну, пытаться вытягивать из этого всего. Ну, посмотрим, получится у них или нет. Не очень простая задача. Все-таки против шамана, у которого хекс сетка, против чена, у которого может быть много крипов, того же инвокера, цепануть кого-то бывает тяжеловато. Ну и, собственно, последний пик команды Вега. Мне кажется, уверен, что они хотели взять Бэтрайдера. Бэтрайдер хороший пик. Ну, Бэтрайдера нет теперь. Не знаю, тут масса вариантов. Бист в бане. Тайд непонятно. Но как бы просто для массовочки такой Тайд, для того, чтобы этот кулак был еще более неуязвим. Для Ну, массовочки нужен жесткий танк. Это неплохо Кентавр. зайдет, на самом деле, какой-то даже, может быть, Бристл Бэк. Вот что-то из этой серии, потому что тебе нужно подходить. Ликан, он вроде ликаном, но он мягенький. Мягенький герой, если его цепануть, то он быстро взорвется. Он там типа крутой мобильной форме, да, со всеми у него там бафы есть, но он слишком мягкий. Его порвать очень легко. А вот Бристлбэк, он как раз будет подходить, ломать тауэр. Или Ликантроп там будет вызывать всех суммонов, давать себе бафы, там ставятся варды. Тогда вот уже неплохо. Потому что так на рампу заходить опасно. Ну, Да, Кентавр, ты был прав. Кентавра. Ну, теперь это все будет нестись еще быстрее. Ну, разве что Сумон и Ликана не будут нестись быстрее. У них и так очень большой мувспид. Ну и, собственно, да, неплохой пик, более-менее пик у Yellow Submarine с точки зрения спама. Может Гирыч закинуть ульт, Разор Плазма Филд, можно налить огоньку, но на самом деле пока что, ну, я бы сказал, что у Веги здесь все слишком хорошо. Это то, чем они любят играть в этом патче. Это то, что эффективно, и слишком много всего им отдали. При этом не забрав ни аппарата, ни вообще какого-то супер контри какой-то. у Паши прикольный ник. Поменял себе приписочку. Я Пашей никогда не ошибаюсь. Да. Никогда. Ну, подписались у нас никнеймами своими игроки, более-менее, хотя бы сейчас понятно, кто есть кто. Вроде как. Ну и Да, все вроде так, да. Нормально, понятно. давай мы, собственно, и представим обе команды. Итак, команда Yellow Submarine. Артас будет играть на Гирокоптере, Скандал на Разоре, ПСМ будет играть на Дазле. Я так понимаю, Горец на А Бэтрайдере. нет, Горец играет на Vengeful Spirit. А, на Это Винге. Мипошка играет Мипошка на на Трайдере. Бэтрайдере. Вот так Да. вот. Сема за Слэш, Шадо Шаман, Солыч играет на Чене, No One, или как для нас привычнее, наверное, Нун будет играть на товарища Инвокере. Мак или Йоло Баггинс играет на Кентавре, и Паша, я Паша никогда не ошибаюсь, играет на Ликане. Сюда пауза у нас. Да, я вчера посходил уже с ума во время пауз. Так как... Ну, вчера это не позавчера, когда вот эти О, а жесткие игры. позавчера, да, позавчера у нас был супер длинный день с, ну, довольно интересным матчем. Кстати говоря, вчера ты вот был прав, Arcadia Sports переиграли такие. Да, я тебя как раз предупреждал, что тут ничего не ясно Ой, еще. ну там такие тоже игры на самом деле Я были с... посмотрел одну и что-то потом прилег уже отдыхать. Да, я бы тоже прилег. Или даже можно сказать, что я тоже прилег после этой серии отдыхать. Но надо было еще одну игру А нам посмотреть. выпало вчера очень быстрые игры. Как раз Хэра играли с ВП в финальчике до 2 CL. Там что-то 3 по 25 было. Первая игра 25 минут, вторая 28, и третья минут за 15 она закончилась. Сдались просто Хэры.
Ну, что-то как-то да, я посмотрел, у вас у меня шло еще, ну, только началась там вторая BO3 серия, у вас уже BO5 закончилась. Хотя даже вторая BO3 не закончилась, там Нави как раз доигрывали, по-моему, свой второй матч, а у нас уже все заканчивалось. Угу. Вот так вот все быстро. Вот такой вот BO5. Ну, вот так вот. В принципе, этот патч все-таки располагает быстрым играм. Несмотря на то, что сейчас уже началось как-то вообще все супер резво по 20 минут, сейчас все-таки подольше бывают игры. Но мне кажется, во многом из-за того, что уровень команд вот именно на этом турнире, он, ну, в общем, немножечко все-таки не дотягивает многие команды, очень пассивно действует. И вот, в частности, мы наблюдали за этим. Скрин вчера себе просто вырывал каждый раз яму огромную с его командой, и из нее пытался выкарабкаться. Из-за этого во многом игра затягивалась. То есть они были в сумасшедшей просто, с сумасшедшим отставанием. У них по пику была тяжелейшая ситуация. Ничего нельзя было сделать. Но они пытались тащить и даже тащили. В итоге просто все это привело к тому, что игра растянулась, и все равно они проиграли. Там супер долгая какая-то встреча была. Ну что, Нуан у нас наконец-то забирает инвокера. Что по линиям у нас предполагается? Ну, я думаю, будет дефолтно, ничего не будет менять. Бэтрайдер пойдет в оффлинию, какая-то дабла, может быть, будет в миде с Рейзером, там, Рейзер плюс, ну, не знаю, там, Дазл, может, какой-нибудь будет стоять на помощь. Просто помощь будет какая-то, погонять, может, инвокера вначале, чтобы преимущество у Разора было. Ну, и, соответственно, Герокоптер плюс, там, Винга, наверное, внизу будут стоять. И абсолютно такая ситуация будет у Веги, я думаю, вряд ли что-то будет придумывать. Shadow Shaman с ликантропом в лес. Соло, я думаю, тоже свой лес. Ой, на легкую линию. Соло пойдет в свой лес. Инвокер на мидл. И, соответственно, маг на кентавре будет стоять свою сложную линию. Да, вот интересный выход тут от Yellow Submarine. Заходит поставить Чену варды. Очень важный момент. Очень важный момент. Варды нужно обязательно воткнуть. Как он нотку себе нарисовал вместо никнейма? Нотку? Нотку, да. Как нарисовал? Да. Ну, зайди в интернет, почитай. Через Alt на нампаде рисуется все. Офигеть. Ну, в итоге поставили. Не, даже не поставили варды. Что очень странно. Просто хотели, зашли, посмотрели. Хотели поймать тупо, ребят. Но... Ну, это же как-то очень странно. То есть вы начинаете с того, что отдаете вот такой вот драфт сопернику, так еще и вы не то, что даже не баните, вы вообще вардов не ставите в лес. Сейчас соло, что он там делает, непонятно. Он может идти гангать, он может фармить, и в итоге инфы об этом не будет вообще никакой. Ну, они пытаются вот сейчас, видимо, какой-то агрессивный. Вот этот спаун очень большое преимущество дает сейчас Чену, что ему очень трудно забанить. Здесь же тоже крутые крипы появляются. Ну да, да, здесь тоже большой спаун. Так, ну и в итоге Разор забирает руну. Они пытаются играть Герокоптер плюс Дазл на топе, мешать как-то Ликану выфармливать. Да, они, ну, на самом деле, против Чена так играть очень опасно. Да. Любой триплой, потому что Чен, он крутое преимущество. Ты считай, просто 4 на 3 дерешься, когда приходит большой. А там даже не трипла, там вообще дабла. Там дабла, но я не знаю, как они здесь должны стоять. По идее, если Чен придет... Ну, Винга должны перетянуться на топ рано или поздно. Стоять там триплой, помогать. Сейчас чуть погоняет с инвокером. Ну, потому что, реально, Чен приходит с одним крипом, и ты уже 4 на 3 дерешься. А если там двое будет стоять, то это просто халява. Вот, Винга уже стягивается. Да, но это единственный шанс помешать Ликану фармить. Потому что если здесь поставить классические, обычные линии, здесь, конечно, будет все очень плохо. Да, Винга стягивается к Чену пока что, но... Такое себе Вингу мешать Чену фармить. Он здесь, конечно, убьет ее этим сатиром, которого 160 наносит новая волна. Ну и на самом деле такая двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, это плюс мешать Ликану фармить. Но с другой стороны, получается, что у врага еще и кентавр сильный, который стоит один на один. И сейчас нужно обязательно на верхней линии зарабатывать преимущество. Иначе снизу кентавр расформится, сверху вы ничего не сделали, и как дальше отбиваться, будет непонятно. Кентавр так себе, на самом деле. Ой-ой-ой, как больно Разору. Разор высасывает очень много дэмэджа из инвокера. Все, инвокер перестал дамажить. Да, инвокер сейчас, по идее, умирать должен. Не знаю, почему скандал его испугался, но санстрайк испугался. А так вообще, если бы как-то грамотно побежал бы... Ну, 108 дамага. 108 дэмэджа просто высосал. Так бы, конечно, инвокер уже с руки не пропил. У него тупо минус 52 дамага.
Так, а сверху тем временем Сатир как раз-таки выходит, начинает кидать свои волны. Здесь же Ликан, начинают нюкать Сёму. Сёма отступает, Ликан, хватают Ардаса. Очень больно Сёму, нужно добить. Сёму добивают, в итоге ФБ еще, достается. Еще, я не знаю, что это испугался, мог подбивать спокойно. Идти Ликантропа мучить. Ну, сейчас добьют Чена, в итоге это 2-0. Хорошая игра. Странно все сделали на самом деле. Вега отдали вот этого Сатира. Как-то пошли они в резкую атаку так. Могли бы все круче сделать. Фокуснуть, во-первых, одного героя, пока не было Грейва и так далее. Да, в итоге начало не самое лучшее. На миде, как мы видим, инвокер проседает. 9-5 у Разора, 3-2 у инвокера. На нижней линии кентавр проигрывает Бетрайдеру. Ну, буквально один крип, здесь, в общем-то, все ровно. Но самое главное, на верхней линии Ликан 2 крипа, Герокоптер 11, еще и двух героев забирают. Да, вот это большая проблема сейчас. Они все грамотно делают. Очень грамотно, что пошли они в сложную линию. Как раз нельзя давать фармить этому Ликану. Ну, просто был бы тогда очень дикий подпуш. Так, ну и Вега здесь... Вега, Ликан получает третий. Вот я видел уже, на самом деле, когда Пашу вот так не давали фармить, он, как правило, в лес смещался. Здесь, конечно, в лес тяжеловато сместиться. Опять, пошел стачек. Опять вышел у нас на пауленте. Да, и забирают его. Забирают его очень быстро. Можно было попробовать, конечно, волков вызвать. Подходит сюда Чен, вроде бы как гангать, но очень удачный тайминг ловит. И просто два кентавра спалились. Никого не цепляет. Да, первый стан, второй стан. Ардас сейчас поймают. Очень, я не знаю, зачем он подставился. Просто на халяву умер. Нет, не живет. Умер. Не умер, стики очень хорошо спасли. Да, ой, какой захил по соло. Соло очень больно. В итоге падает один кентавр. Сюда приходит Ликан. Герокоптера уже нету. Ну, более-менее соло поменялся. Он выгнал отсюда герокоптера и дает хоть какое-то время сейчас Ликану. Но это все очень небольшой плюс. Санстрайк пошел, не попадает скандал. Еще одна тычка от инвокера. Нет. Скандал захиливается последней флаской ботла. Последним зарядом. И живет. О, ему опасно сейчас. Нет, не опасно. У него еще кольцо как раз открутилось. Инвиз забирает кентавр. Ну, неплохо было бы куда-то прийти, на мид, допустим, или... Ну, вот он идет к Бетрайдеру, может быть, его попробует. Ну, кстати, он, говоря, может, можно, и... можно. Может, может, еще убьет. Конечно, убивает его, да. Очень хорошо все. Такая фартовая руна инвиза, но на самом деле... А ее даже не видели, вардом этим плохой вард поставили. Могли бы поглубже поставить, просто тупо не видит. А, нет, видит руна, она здесь же появляется, да, получается. Да, руна появляется, но непонятно. Там, может быть, краешком мы не заметили этого кентавра, который быстренько взял руну и исчез с карты. Ну да, странно, странно, пусть как-то отдался. С маленьким количеством хп оставил бы трайдер. Мог понять, что его кентавр может убить. И кентавр уже на один уровень его опережает этим киллом тупо. Да, игра-то получается у нас не такая уж и прямолинейная и однокалиточная. Действительно, вот эта вот трипла на топе, она сильно мешает пока что реализовать как-то себя. У инвокера дела также довольно печально. Ну и как мы видим, преимущество солидное в 2000. Однако, если сейчас Чен продолжит гангать и у него это будет получаться достаточно эффективно, может быть, может все это преимущество быть отыграно. Но, по-моему, сейчас окружают самого Чена. Да, его окружают. Так, соло плохо расконтролил. Все, его здесь сейчас... Ну, он может меняться на вингу. Но нет. Санстрайком не попало, и в итоге... Да. Урса не попало изначально. Клэпом. Просто тупо не попал урса. Все, закрыли крипов. Клэп дает. Подхил. Голем. А еще. Сейчас вонюка еще будет. Ну, плохо контролит. Вот, и вот стики, о боже. Как ему фартануло? Просто фартануло. У него... Сколько у него там? Хп 5-7, что ли, осталось? Да, ну вообще был Грейв, по идее, у ПСМ, он не должен был умирать. Он не реагировал на это. Да. Ну, в итоге не забирают. Забирают Чена в очередной раз вместе его с крипами. Как же фидит у нас Алексей Березин. Хотят забрать еще Бетрайдера снизу, скорее всего. Не удивлюсь, если сейчас хосты появятся на нижней руне, магу фартанет, тупо опять. Так, ну и 2 минуты просит. 2 минуты. ПСМ. 2 минуты, а дилей на стриме какой? 2 минуты. 2 минуты. Сейчас мы все и посмотрим. Ну, на самом деле, непонятно, что здесь они хотят увидеть. Хотя, разве что на Бетрайдера, может быть, какой-то выход спалит. Но тут видно... Ну, Бетрайдер должен видеть... А, все, он не видит. Да, это, кстати говоря. Вообще, по-хорошему, минут 15 должен дилей быть.
Минимум. Ну да, но это тяжко. Ну не 15, конечно, но... 15-15, это минимум. Ну, потому что это 2 минуты реально бред. Ты не можешь в онлайне контролировать паузы. Ну, потому что, ну, поставил паузу. Вот он 2 минуты подождал, сейчас запалят все варды. Сейчас запалят, какие герои находятся. Через 2 минуты все, в принципе, расскажет своей команде там. Ну, или команда даже сама посмотрит. Я за Вот, то, и все. чтобы запрещать паузы скорее. Да, паузу можно тупо запретить. Ну, а как ты запретишь паузу? Кто-то просто дропнулся. Все, играй вчетвером. Будь Но мужиком. никто же не застрахован от того же Ну да. ДДоса. Да, это, конечно, тяжелый вопрос, Да но... 15 минут тоже, в принципе, можно так сделать, что игрока 15 минут не будет. Поэтому у нас онлайн есть онлайн, и как бы предпочитают все-таки самые важные турниры именно для этого как раз LAN-соревнования, потому что там уж все сидят в будках, все по-честному, ну, практически. Есть, конечно, свои темы, но там, как правило, все в равных условиях. Хотя бы, даже если есть какая-то нечестность, она с обеих сторон. Может и та, и другая команда ей пользоваться. Ну, максимум, что на ланах такое может быть, это Ну, звук. комментаторы, когда на весь зал разговаривают, ну или звук какой-то просачивается, когда там Рошана бьешь, Санстрайк или там. Да, все готово у нас. Да, ну и поэтому сейчас вот зачастую как раз-таки, ну, во всяком случае, на Инте было так, что всякие глобальные спылы, руны, удары Рошана, они очень сильно приглушены или вообще отключены. Так, тем временем, ну, как мы видим, все по-честному, потому что Бэтрайдер здесь, да, 2 минуты не стрял. прошло еще просто. Ну или так, в любом случае, Бэтрайдера забирают. Нашли слабую точку, с которой можно хоть что-то брать. И И Венга, 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 Венга то в есть очень опасной успевать. ситуации. Колснап есть. Колснап я сейчас. Ждут тролля. Тролль должен выходить первым и кидать на нее. Да, тролль готов, тролль пошел. Это Все. колснап тупо, он даже не уйдет никуда. Ну вы, ребята, ну господи, ну Венга, Ойло. кститесь. Просто так не добить. Я... Ну вот это вот какое-то оставление фрагов кому-то Да, 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 непонятное. да, да. Типа последняя тычка летит. Сейчас столько всего. Сейчас, во-первых, кроме стиков еще Fairy Fire есть. Что они 75 хп тоже, поэтому до конца нужно добивать. Нельзя назад убегать, пока герой не умер окончательно. Ну вот так вот отпускают Вингу абсолютно на ровном месте и лишаются небольшой порции голды. Кентавр, конечно, очень у нас хорошо поднимается. В очередной раз он выходит на Бэтрайдера вместе с Шаманом. У него уже почти готов блинк. И маг, честно говоря, это тот персонаж, по-моему, который может здесь все перевернуть. Но если мы посмотрим наверх, тут пошли за Ликаном. Шестого нету. Нужно очень аккуратно здесь ходить. Чен уже стягиваться должен, я не знаю, что он не стягивается. Посадили елку, лол, ну и он переходит. И в итоге Паша спасается, выиграл кучу времени. Да, я не знаю, как это произошло. Просто посадил елку, чтобы его запереть, но... Да. Но в итоге елочка немножко не там, видимо, села. Забирают вышку. Но за нее особо даже драться не стали. Наоборот, это даже лучше для Ликана. Теперь он с этой линии сможет получать какой-то фарм себе. Вполне возможно. Ну, по-хорошему, Чену, конечно, уходить надо из своего леса, оставлять его Ликану. Может быть, куда-то идти гангать или что-то Как еще раз тоже может делать. сейчас под кентавра сместиться вниз и там со Шаду Шаманом как-то пытаться забирать этот тавр, давить его. Да, давление У кентавра оказывает. блинк готов. Да, кентавра дагер. Или кентавру выйти куда-то в мидл, убить какого-нибудь разора, может быть. Покупает смок себе. А, смок и Покупает дагер. блинк. Это стандартный выход от героя, который может реализовать свой дагер. Такие бэтрайдеры, кентавры, там. Ну, все такие вырыватели. Вот сейчас в лесу. В лесу может цепануть тупо какую-нибудь вингу. Видите, он цепляет, но стан. В А почему он итоге... соло идет сюда? Где Шаду Шаман? Паша. Ой, Паша, Сёма. Сбить нечем. Сбить Да, нечем. просто ушел. Ну, более-менее, кстати говоря, получилось. Конечно, выход очень авантюрный от мага, но тем не менее он стянул двух героев сюда. Все перетянулись. С другой стороны, Артас и так перетягивался бы вниз, потому что уже настало то самое время. Ну, запалили, конечно, блинк. С другой стороны, А он как сейчас со бы смоком пойдет. не погиб. Да, и сейчас вот как раз-таки Вот, очень вот смог хороший от выход со Чена. смоком. На миде по-прежнему инвокер выфармливает мида. Сверху наконец-то получил возможность пофармить Паша, который взялся очень обычные тапки на Ликане. Но на самом деле на Ликане обычно берут сапог простой, но и здесь транквилы просто, Такие чтобы тоже берут подхиливаться. иногда. И нападение на Разора. Очень хорошее нападение. Санстрайк.
летит, да, летит винга сюда, винга живет, в итоге свапа нету, ловят в сетку, вторую сетку, какой же толстый был разор, но в итоге он погибает, здесь уже бэтрайдер пытаются подцепить чена. А, нечем, не, перехватывает, он убежит, его не догонит, он на мат-ботинках, тем более. Никуда он, никто его не цепанет. Хотя бы тролля, говорит, хотя бы тролля, и этого, или этого. Ну, разора долго убивали, тем не менее смогли убить, да, важный фраг. Важный фраг, а тем временем нападение на шамана, но шаман ловит ПСМа в сетку, Сёма. На развороте с ульта забирает буйствующего Дазла. Вот это сейчас, конечно, Семён здесь сыграл. И выход на топ не удался, он забирает килл, даже несмотря на то, что он потратил змейки. Но оно того стоило в данной ситуации. Вега просто за последние пару минут, ну, очень много всего сделали, это по графикам видно. Они отыграли все вообще, что было. Если как не уверен, себя чувствую. Вот была сейчас 9.55 было, два героя тупо вот так вот убегают в лес и даже труну не хотят. У Артаса может быть тяжелая. Ликан кастует ультимейт. Кентавр, пошли за Артасом. У Артаса нет ничего, его взрывает. Ликан его добивает. Еще сюда летит Дазл. Дазл вовремя отменяет ТП. Испугал его Ликан, что вернулся, что продолжит атаку. Ну да, они там могли его загрызть спокойно, абсолютно, потому что моментально. Он 5 секунд бы жил только из-за того, что у него есть грейв. И еще один фраг удается сделать. Выходит разор, не дает пушить. Но вот в ситуации, когда золото уже поровну у команд, Вега начинают вести. Потому что золото-то поровну, но вот этот пуш, вот этот пуш никто не отменял. Но, конечно, Веги еще пока далековато до их потенциала, до реализации их потенциала, потому что у Чена нету меки даже близко. Шаман 6 это плюс, но у инвокера нет некрачей, у Ликана нет некрачей. Вот когда появится некра, когда появится вот это все, можно будет говорить о том, что да. Так, реализация потенциала должна начаться с меки как раз таки Чена. Он должен быстро ее набить. Да. Они так его забирать тут. Они видели Чена, видели соло. Вот сейчас очень хороший выход сделать бы и отложить ему меку эту. Не видит, ну, видит его. Да, да, да. И сейчас могут спалить. Он может кентаврами законтрить, сейчас очень все круто. Всё, просто он сейчас ТП-шится и кентаврами. Что он сделал? Эх, кентавр, а зачем ты себе ТП-шил кентавров? Просто отбежал бы сюда, а кентавров подвел бы, и они подстанили бы. Ну да, он какой-то велосипед изобрел, очень странный. Конечно. Мог бы просто бодиблокнуть там, но в итоге забирают соло. На самом деле соло забрали, но потратили довольно много времени на него. И не знаю, насколько сильно окупился этот фраг. Да, у него мека отложится. Ну, уже много он, надо сказать, наумирал. Три смерти для Чана, это, конечно, многовато. Но тем не просто менее, моментально ТП какие-то вниз, испугались, что Рошаны вообще будут забирать. Вас вроде в орды здесь стоят, никто под смоками не заходил, какой-то бред. Ну, очень, очень много суеты от Yellow Submarine. Вега, несмотря на весь свой вот этот фит, они довольно спокойно, ну, выглядят. То есть, да, там они где-то тут их поубивали, там поубивали, но никто никуда не торопится. Они хорошо спидпушат, смотри, они раз на центре что-то. Волк уже вверх подпушивает, а все герои вниз тпшнулись. Ну, в принципе, тоже ЕС забирают нижний тауэр. Да, но тут еще они могут отбиться в миде. Хотя, такой, ой, как тяжело. Свапа нет, вот через бэтрайдер только, если атака будет. Ну, нам блинк надо есть. Блинк есть, но кентавр, и это отличная контратака. Грейв не успевает дать, Артусу очень больно. Грейв дают Артусу, его в итоге киксят, он выходит из кикса. Ой, нельзя туда идти, ой, нельзя. Реген забирает Артус. Реген, какой он же пёртый, сейчас мы её кентавр бы прыгнул бы просто даблэйджем, а он тупо. Боже, не могут здесь просто ничего сделать, и вот побежал Ликан. Сёму заберут, здесь уже есть соло, поймал в сетку, но гирокоптеры здесь не должны отпускать. Прыгать, кентавр еще будет, через 10 секунд стан. Эх. Не допрыгнул, высасывает из Ликана дэмэдж, он на развороте, Гирыч в итоге чудом каким-то выживает, но размен явно в пользу Веги. Они отдают двух героев, забирают трех. И, забирают тавр, правда, снизу тоже потеряли, но сверху Ликан неплохо подгрыз верхний тавр в очередной раз. Да, и здесь очень сильно повезло и с регеном, и маг немножко не доиграл, пару раз не допрыгнул. В целом, очень хорошая драка получилась для Веги. Могла быть еще лучше. Главное, что коры живут у эсов. Гирокоптер выжил, и Рейзер тоже живой. У них начинают появляться артефакты. Вот Рейзер сразу выход, походу, в Black and War делает. Он понимает всю эту ситуацию, которая произойдет в ближайшем будущем, что пойдут Вега все-таки ломать все подряд. И поэтому как-то надо драться, как-то надо выживать от этих заклинаний. А гирокоптер, ну, сейчас через Сенч собирается, чтобы драться как-то. ХП-шечку сразу хочет, хочет Яшу. Этан, ты не ответишь мне на такой вопрос? Почему ХП изменились у героев всех? Там же, ну, было какое-то. Я вот как раз этого момента не понял. Так, смотрим.
Нападение на соло. А, соло забирают. Ульта у него нету. Быстренько его забрали вместе с вышкой. Соло загулял в очередной раз. Там было в изменении, если ты откроешь 6.86, изначально, что количество там стартового хп всех героев изменено. Да? Я просто вот это пропустил. Да, только там, там вообще какое-то непонятное значение. Я просто не понял, как это... То есть у каждого героя есть какой-то стартовый хп, который складывается с его силой. Ну, стартовый хп, а потом за каждый уровень, ну, короче, прибавляется по 19 хп. И стартовый хп, насколько я понял, одинаковый у всех. Ну вот, да, наверное, как-то так. А потом силы, типа. Да, тем временем заденайли вышку очень неплохо. Нападение на Ликана, Ликану дают станчик, но Гирыч летит слишком долго. Сразу же получает Хекс гирокоптер, выходит из него довольно быстро, потому что Хекс низкого левела, но ульта-то нету. Его цепляют, Грейва нету. Отличный свап. Отличный свап. Стан. И все, Гирыч пошел с ультой, но Ликан под ультой кентавра может попытаться убежать. Санстрайк, и санстрайком попадает инвокер. Ой, какой четкий санстрайк под Артеса. Как он просто проперся, что он туда побежал или не проперся. Нет, скилл, наверное, все-таки. Я думаю, что, ну хорошо, но Ван выбрал позицию и чуть-чуть соло не успел захилить. У него кулдаун буквально там проходил в последние несколько секунд. Конечно, если бы там еще и выжил Ликан в этой драке, размен был хороший. Но в итоге забирают вышку снизу, кентавр забрал вышку сверху. И по графикам мы видим, что Вега очень сильно отрываются из-за того, что они сейчас очень много тыров забирают. Да, они потеряли 4, но забрали они 5 уже. Солычу нужно срочно упороться где-то на минутки на 2, наверное, в лес, потому что ему нужно добить эту меку. Вот старый некра уже инвокера есть, то шаду шамана там чуть ли уже 9 левел, 11 будет круто, а у Чена только баглер. Ну вот-вот, мека сейчас буквально осталось чуть-чуть, видно, что быстро он дофармит. Балды нужно быстренько добить. Очень хороший ганг снизу на Бэтрайдера мы просмотрели так. Ну, не то чтобы просмотрели, но не уделили ему внимания. Хорошо действует по-прежнему маг в связке с инвокером. Вот еще одно преимущество кентавра. Ну, в общем-то, в момент, когда появится мека, здесь уже будет прямо такой суровый зверинец. И, скорее всего, это будут третьи некра на инвокере и вторые на ликане. Да-да-да, это две пачки некров, это очень больно будет. Но они... могут заходить. Они могут забрать Рошана, во-первых, навязать драку на Рошана и ЕСом. Они ее должны выигрывать под все эти подхилы с некрами, ну, со всем своим. Кирычу срочно нужно БКБ, потому что если он даст свои кулдауны флеки в две пачки некров, скорее всего, он просто умрет от взрыва. У него БКБ не скоро будет, у него БКБ будет минуте на 30-й, там 25-й минимум. Ну, надо собирать, потому что от этого сейчас много зависит. Выход неплохой, могут подцепить инвокера. Инвокера цепляют, смог разбивают. Кентавру нужно ультовать кентавру, он этого не делает. Вот только сейчас пошла ульта, Сёму забирают, Чен забирает, должны забирать вингу, присумонивает себе крипов, Бэтрайдер еле живой отсюда уходит. Ну, забрали гирокоптера, стан еще и в ПСМ, забирают ПСМ, и здесь еле живой инвокер. Против этого нереально драться, 4. Смотри просто на этот зверинец, он бешеный. Да. Некра, 3 сумона Чена, потом 2 волка. Ну, волк нанес очень много дэмэджа в драке, несмотря на то, что немножко затянули с ультой кентавра, но, опять же, заходят неплохо Yellow Submarine, дают весь свой рассказ, но там уже стоят змейки, уже все эти сумоны призываются, и, конечно, очень больно, когда да, все это... Еще. Это мы видели такое, ну, много раз, на самом деле, вот у скрина такая любимая тема, он вот пытается сделать себе такой пик и такие арты собрать, чтобы все равно лоб в лоб врезаться в этот зверинец и всех переубивать. Ну, сейчас это еще более-менее возможно, но только если ты далеко впереди, там, и по XP, и по артам, ты реально можешь развалить все это. Но в перспективе, если Чен берет себе аганим, то против него так нельзя играть точно, потому что у него иммунные крипы становятся. Ну и, в принципе, ну, существует, наверное, 5% там из 100 ситуации, когда ты можешь вот так вот в Чена ворваться и в его команду. Вообще, у Соло не хватало 500 голды до этой меки, они потом пришли сюда, и у него уже появился свиток на меке, у него появилась мека, и у него еще сверху появился 1500 денег, у него появился поинт-бустер. Поинт-бустер, вот, пожалуйста. Ну они еще пойдут. Теперь Аганим... Аганим собирает Чен себе потихонечку. Есть Аегис, у Ликана вторые некра, у Инвокера третьи некра. Можно идти, да, здесь... Да, у Рейзера только БКБ. На самом деле, откидываться-то особо нечем. Нет такого прям жесткого отспам. Да, есть кольцо Рейзера, да, есть кулдаун гирокоптера. Ну и как бы все. Ну, бочка еще есть Бэтрайдера. Это все чуть ли там одной мекой не компенсируется. Со всеми резистами, совсем. Кентавру можно вообще какой-то пайпет сейчас собрать. Я думаю, что он будет, если они сейчас не смогут сломать прямо вот. Пуш хорошо работает, пайп всегда.
Ну да, вот здесь важнее, чтобы крипы жили, Да, чтобы крипы, чтобы их не поджили, раз. их отлично все будет тогда. Так, Разор взял себе БКБ, это хоть что-то, но вот как это все останавливать? Вот он, пожалуйста, плазма филд, вызываются волки, падает стремительно вышка, ее даже не дефит. Сверху все еще у нас находится Бэтрайдер и Дазл дает ульту. Ну, Вызываются наверх некра. Пойдут. Первые некра пошли есть. Вторые некра пошли. Змейки. И змейки, с которыми вообще ничего не сделать. Вот здесь Shadow Shaman, конечно, это критичный пик, который нельзя было точно отдавать. Потому что ты можешь убить всех сумонов, но как ты змейки-то убивать будешь? Бэтрайдер наливает огонь. Мека дается. Вот упала вышка. Просто на халяву. Колдснэпы, Алакрити, все бьют базу. Пошел раскаст от Гирыча. Убивает одного некра и чуть не умирает. Подхил вот. Нужен. Подхил, потому что все подсуны, да. Подцепили молодец. Ликана, но Ликан под ультой. Все, все, минус барак, основной барак. И можно отойти, в принципе, спокойно, не терять даже Аегис тот же. Чтоб просто спокойно сходить до базы, взять третий некра сейчас на волка, открутилось, чтоб все там Hand of God, ульт шамана, варды, и просто пойти на вторую сторону абсолютно так же сделать, но уже более усиленно. Да, и здесь уже и у Чена гоним не за горами. Что у нас на графике, посмотри. 2000. Ну, вот они, упавшие бараки, собственно. Упавшие две вышки разом. Еще при этом потеряли Гирыча. Гирычу там, ну, очень тяжело. Ему вот, конечно, возможно, здесь ему стоило. А, он Сенджин Яшу купил. Да Сенджин Яша не то. Ты должен понимать, что при тебя некра пойдут. Да, некра разрывает своим его. Кулдауном, своим флэккэноном. Стрелять же по всем. Тебе надо было БКБ собирать, потому что реально... Одного некра он, если даже убьет, то у него теряется... Ну, у него где-то сколько? 1500 где-то хп, да? Со всеми этими артефактами. Ну, чуть ли не треть теряет где-то. Просто так от одного. Чуть даже больше может треть. Сколько там? 800 наносит, по-моему, некр. Да. При взрыве. Урон от убийства воина. 800. 800 его апали как раз. Ну и сейчас это сколько? 1600 урона, если он двух убивает. А у него там всего... Ну 800 минус 25, как раз 600 хп. Вот как раз 600 там, хп это и есть. Там чистый, по-моему. Чуть больше трети. Там чистый, по-моему, чистый? Дэмэдж. Да, и в этом вся соль. А, вот как то раз. То есть там 1600. Ну я просто смотрю там на Вингу, на всех героев. У Разора 1500 хп. Скорее всего, у Герокоптера, ну, в таком же духе. Разор просто без этого, без... Барабанов. Тут барабанов все-таки есть какие-то. Барабаны. Да, ну и тут Сенджин Яша как бы тоже хп надает. Посмотрим. Так, ну и блинк появляется у нас на шамане. Форстав там уже был один, у кентавра есть еще и Вонвокера. Теперь можно встрявших своих тиммейтов спасать. Идут поверху, естественно, потому что на верхней линии стоит еще одна вышка. Можно еще два тавра забрать, много денег. Да, по тир 2 нельзя драться ни в коем случае. Если ты будешь по тир 2 драться, ты, скорее всего, точно проиграешь драку. Я не знаю, как им сейчас начинать лучше даже. Пытаться как-то через Бэтрайдера, который должен блинкануться и зафорстафить. Ну как-то да, как-то надо, а как непонятно. Кентавр даже не пайп собирает, он тупо собирает, чтобы набегать, чтобы не фокусили, он собирает аганим. Аганим. Но, по-моему, аганим действует на, вот я не уверен, на юнитов он должен действовать. Союзно. Ладно. Тут игра без аганима должна закончиться, в принципе. Ну, скорее всего, она закончится этой атакой, если ничего не придумают. Ну, да. Потому что уже потеряли вышку. Тавр потеряли. Некра. Они уже, не знаю, почему все герои не здесь, потому что уже зайдут, и сейчас будет все раскастено. Раскащено. Шаман ставит варды. Пошла ульта. Смотрим на герокоптера. Мека. Мека издается. Никого он не убил. Бьет врачей. Цепляют кентавра. Кентавр не может ничего скастовать. Неплохо разбирают кентавра. Кентавр помирает. Раскаст от Чена. Ну, барак опять падает. Как казармы мечников. Да. И варды бьют по второму бараку. Их надо как-то ломать. Они гоняются сейчас с героями. За инвокером. Инвокера телепортируют на очень базу. Очень трудно сломать. За соло. Варды ломают второй барак. Все. Минус. Минус три барака. Ну и что? И в итоге они двоих героев отдали, конечно, кентавру. Отдали кучу сумонов, наверняка там подняли много золота, но золото за бараки и за две вышки оно явно больше. И что самое главное, крипов-то можно будет себе набрать заново, а вот бараки набрать нельзя. Да, Дазл еще потратил байбек 2400, ну скорее всего 1400 они подняли. Но и Вега подняли пару тысяч. Точно. Да, тауэр, второй тауэр и бараки, два. Ну и остается последняя линия. Но уже нету Аегиса Волка.
Можно, в принципе, если уверенно хочешь закончить, можно еще дальше фармить все. И БК... забрать Рошана, и тогда... БКБ Аегис. Или там Кираса Аегис. Ну, что-нибудь, да, из этой серии. Можно просто Тараску собрать тупо на Гликане каком-нибудь. Можно даже без БКБ. Кстати говоря, Аганим-то у нас все-таки, видимо, появится у Кентавра. Как-то многовато он фарманул в прошлой драке. Несмотря на то, что он сразу почти погиб, ему все равно там натикало. Ну и Аганим будет. У Чена тоже, скорее всего, Аганим будет. А это... Это большие крипы, это хилы каждые 30 секунд. Маны столько нету, да, чтобы хилить каждые 30 секунд. Ну, я думаю, что большого крипа там, в принципе, пару раз, если захилить. 10-го левел, 11-й бы получить, хилить уже по 300. И двух крипов взять тоже больших. Да. Там же от... Да-да-да, от ульты зависит. Вот, он хочет себе стакнуть теншентов. Да. Был бы не... То я один слэл must have. Совтыкал что-то с эншентами, соло. Разговаривать вот это вот громозавра можно цеплить. Будет. Он ждет Аганим. Ой-ой-ой. Аганим на шамане, это усиленные змейки. Аганим на кентавре, это усиленное все. Аганим на чейне. Древние крипы. Герои под действием стэмпит получают уменьшенный урон. Также способны... Ну тут только про героев написано. Да, возможно, что на суммонах это было слишком жестко. Да нет, если крипы были, это было совсем как-то имбалансно было. Но все равно. Теперь кентавра точно нужно цемплять первым. Да, вот и Чен Аганим себе покупает. Ну, давайте. Посмотрим, как вы все это будете останавливать. Инвокер не выпускает с третьей стороны. Единственный, где маленькие грипы еще у Веги. Мид просто пушится, от леса отрезал. Тупо отрезал от леса. Вот это с таким началом, довольно-таки ужасным у Веги, все равно наступает 15-я минута, и все, и ничего не сделал. Но они, конечно, сделали там неплохой камбэк. Так, цепляют кентавра в инвизе. Нужно успевать кастовать ульт. Кастует ульт. Все, ему уже без разницы. С ультой этой. Можно в ответ шаман спокойно. Ставит змейки. Очень больно Артасу. Ликан раскастовал свой ульт. Ловит, надо. Даггер потрачен. Ну да. Я думаю, можно заходить, потому что они все потратили на атаку. И нечем лосо будет дефить. Лосо нету, да. Сейчас без лосо будет очень трудно. Как громозавр кастует на Ликана. Фьюри, боже мой. За что? Зачем ты это делаешь? Он и так же больно бьет. Отличный метеорит. В итоге Вингу разрывает Ликан. Разор в БКБ танкует. Винга выкупается. Летит обратно на тавр. Крипы бьют вышку. Кентавр форстафится. Все живые. Все чуть-чуть пуловые. На Сёма очень далеко зашел. Сёма минус. Сёму разорвали. Минус вышка. Надо отходить, беги. Они задачу выполнили. В принципе, свою. Без вардов, которая... сделано. Санстрайк. И санстрайком забирает Вингу, но уан краешком совсем. Винга была без байбека. Точнее, после байбека. Сейчас у нее байбека нету. Потерял очень много голды. Ну и как мы видим, Вега, несмотря на то, что потеряли одного шамана, много, конечно, отдали. 999 голды, но... О, точнее, 247 голды, несмотря на байбек. Но заработали почти 1000 и заработали больше. Ну и теперь, да, и теперь ждать Рошана, и все уже... Он через минутку появится, очень хороший тайминг, через полминуты уже. Сейчас как раз шадо-шаман подойдет, и просто будет на халяву его забирать. То Рошан, ну и закончит игру, я думаю, на этом Рошане. Да, БКБ. БКБ купил Ликан себе. Как раз таки то, что ему не хватало. Теперь он будет носиться и вообще ничего не бояться. С БКБ можно даже устроить какие-то... Суисейд на бараке. Да. Кстати, в миде тоже упал второй барак. Стоял. Пока шла драка, добили да. его крипы. Ну, много крипов идет больших. Так, ну и Чен готов. Все, появился Рошан. Должна сейчас быть инфа. Сейчас ну, зачерпить надо. Отправить туда крипик все-таки, чтобы стоял. Вот Сёма сейчас замигает, что есть Рошан. Угу. Инвокер покупает себе Шиву еще, к тому же, для дополнительной силы. Ну и смотрим. ДД еще сверху. Ой, какая аура шикарная выпадает. И крип, который в осаде, ну, довольно-таки неплохо может помочь. Его на базу нет, его просто к себе перепризвал зачем-то соло. Дополнительная броня 3. 3 по всем. Фаербол. Фаербол. Радиус 300. Урон в секунду 85. Длительность 10. Интервал горения 0.5. Ну, такой мини-макропира. Вообще, конечно, раньше голем был гораздо круче, но... Так, смотрим. Драка решается, если я проигрываю драку, они пишут ГГ. Смотрим. Заходит Бэтрайдер, видит Чена, цепляет Чена, но кентавр уже здесь. Кастуется. Ардес не успел ничего нажать, Грейв, но он остался на очень маленьких хитпоинтах. Сумоны бьют Рошана, Чен на горке расстреливает, забирают гирокоптера, Винга еле живая уходит. Ну, да, инвокер забрал Аегис, кентавр забирает еще и бетрайдера, остается здесь скандал, бежит за ним Ликан, санстрайк не попадает, ну и ГГ, ты был прав.
здесь уже нечего ловить. Если вы проиграли драку на Рошане вот такую вот, то, скорее всего, вам снесут просто через минуту базу. 28 минут. Я удивлен, что так долго продолжалась эта игра. Ну, начало игру. Хорошее начало. Все зависит от начала. Если Вега засноубойлила прям сначала бы, там, с крипами пошла бы, какой-нибудь раз убила, два убила, они же фестблат-то дали, там, 2 килла на легкой линии. Если все сначала круто пошло бы, то закончили бы там минут на, может, 5-7 пораньше. Я думаю, могло быть вообще гораздо раньше здесь. Могло быть еще раньше, да. Ну и в итоге, как мы видим, все-таки Вега реализует свой пик, прямо... Идеальный практически пик, за исключением того, что могли бы еще Бэтрайдера разве что добавить. Но Кентавр зашел тоже хорошо. 1-0. Посмотрим на баны второй карты. Будет интересно посмотреть через несколько минут. Ну а пока что уйдем на небольшой перерыв. Best of 3 серии. Век зарабатывает 1 очко. Seen your last sunrise.